Преступники выяснили, что самый простой способ взломать организацию, заразить компьютер или получить доступ к важной информации, такой как номера счетов, пароли или пин-коды, это просто их попросить. Фишинговая атака обычно начинается с электронного письма, мгновенного сообщения или СМС от кого-то, кто утверждает, что вам пишет банк, интернет-магазин или даже ваша собственная организация. В сообщении вас могут попросить кликнуть по ссылке или загрузить и запустить файл. Вы предполагаете, что все обосновано, поэтому кликаете по ссылке и вводите логин и пароль на сайте той, как вам кажется, организации, которой доверяете. На этом этапе мошенничество удалось. Вы передали информацию преступнику. Основной способ избежать этого – быть осведомленным. На первый взгляд сообщения или веб-сайт могут показаться реальными, использовать известный логотип, формат и так далее. Однако обнаружить фишинговые атаки не так уж трудно. Внимательно рассмотрите адрес веб-сайта, на который вы перенаправлены. Для того, чтобы обезопасить себя, вам следует ввести адрес организации, которую вы сами хотите посетить в браузере или использовать закладки браузера. Остерегайтесь ссылок, которые при наведении на них курсора показывают домен, не совпадающий с доменом компании, якобы отправившей электронное письмо. Внимательно прочитайте содержание послания и скептически отнеситесь ко всем сообщениям, в которых вас просят предоставить какие-либо конфиденциальные данные, подтвердить информацию, заполнить форму или скачать и запустить файл. Также не позволяйте содержанию сообщения обмануть вас. Злоумышленники часто пытаются напугать вас, чтобы заставить вас перейти по ссылке, или предлагают награду, чтобы получить доступ к вашим личным данным. Кроме того, проверьте на наличие орфографических или грамматических ошибок сообщения или веб-сайт. Обычно компании никогда не просят передавать конфиденциальные данные через интернет или по почте. Поэтому никогда не кликайте по подозрительным ссылкам и не предоставляйте никому какие-либо конфиденциальные данные. Если вы получили сообщение, которое выглядит как фишинговая атака, вы можете удалить его, подтвердить содержание сообщения, связавшись с организацией по ее традиционному каналу связи, или переслать сообщение вашему отделу информационной безопасности для дальнейшего анализа. На самом деле, ваша компания уже проверяет и фильтрует большинство подозрительных писем. Тем не менее, фишинг-мошенничество представляет собой растущую угрозу в интернете. И нехорошие ребята постоянно разрабатывают новые тактики, чтобы попасть в ваш почтовый ящик. Имейте в виду, что в итоге именно вы являетесь последним и самым важным уровнем защиты от попыток применения против вас фишинга.